Итак, всем привет, меня зовут Ильнур, и мы продолжаем с вами проходить далее Bloodborne. В прошлый раз мы дошли до, сейчас я даже посмотрю, скажу, до старого Ярнама, и немного исследовали с вами соборный округ. Я пошел в соборный округ, так как купил здесь ключ, который открывает там ворота, в общем, и попытался там пройти, но там такой ужас творится. В общем, меня там несколько раз убили. И, в общем, мне надо сейчас прокачать оружие, шматье поменять, и мы пойдем далее с вами проходить. Так. О, хороший, во. Так, кстати, вот же. Можно и здесь. Да пойдет вот так вот. В общем, я так запарился тут проходить. И сейчас лучше мы с вами немного прокачаемся. Welcome home. What is it? Что мне нужна? Сила нужна. Ловкость бы тоже нужна была бы. Так, закончить. И, в общем, сейчас пойдем дальше с вами проходить. Купить предметы. Так, ну, конечно, мне это надо купить. Так, ну, давайте, ребятки, пойдем дальше с вами в соборный округ. Ну, уже я там, как говорил вам прежде, проходил. И, в общем, пытался записать видео, но... Так как меня там NPC-шники перебили, несколько раз забили, еще там у меня даже озарение высосало какая-то вещь, я взял как уровень сложности. Ну, вот это вот в начале, когда мы выбирали с вами персонажа, и там было, надо было там указать там опытный или же там какой-то. Видимо, я выбрал какой-то этот, тут чуть-чуть игра посложнее идет. Так, ну здесь не открываются ворота. Вот тут я проходил далее, так чуть-чуть успел пройти, но мы тут надо следует просто пробегать, в общем. Потому что я NPC-шник, блин, одежду мы забыли поменять. Мне бы одежду сменить. Где-нибудь спрятаться. Так, куда я могу пойти? Сейчас пока одежду буду менять, нет, наверное, замочек. Так. А вот так одежда меняется вроде. Хорошо. Так что ли? Не, вот так. О, здорово. Блин, а то мочат меня все, кому не лень. Так. И даже у нас... какой-то должен быть. Вот этот с розмарином, маску задницу надо. Блин! В общем, лучше вот так вот взять и пробежаться. Лучше, блин, с ними вообще не связываться. Ну, что ты зацепился? Лучше взять и просто убежать от них. So if that's what you're here for, I'll leave you to your own devices. If that doesn't do it, come back in the morning, darling. I'm off during hunts. Понятно. Я ей хотел подсказать, там старушка нам в этом здесь и говорила то, что туда отправляли мы людей. Не, опа-на. Хитро хотел меня замочить.
лучше пробежаться, пока не там. Блять, этот стрелок ворошиловский меня запарил, ёлки. Толпа бежит. Блять. Да они меня сейчас замочат, ёлки. Да давай быстрее, быстрее, плиз. Быстрей! Блин, да куда здесь? Давай, 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 давай! Ой, ёлки. Нам надо убегать срочно. Вообще похрен на что-нибудь. Чё-чё? Храни сюда. Бюргер сторожит ворот и требует пароль священного изречения главного собора. Да, там какой-то код нужен. Так, те ладно, тут не побежали за мной, а то бы они меня бы тут быстрого, блин. Так, а здесь-то как надо быть, блин, думал. Так, тут вроде внизу где-то пёс или кто-то. Так, куда мы попали? Блин, мне бы дверь открыть, как? Вон он. Блять, еще те двое, надо аккуратненько. Быстренько, блин, механизма нету, не видите? Есть. Наконец-то, блин. Так, а как колокол мне позвонить? И снова эти. Замочит. Сейчас ничего не сделает, если я тут. Я знаю то, что они сюда не могут зайти. Ну, в общем, смотрите, сколько у меня жизни, блин. Так, ну а что делать, ребятки? Вам сейчас замочат, ёлки. Так, как же сделать? Надо было там еще механизм открыть. Как же тут жизнь поправить можно? Может, можно что-то жизнь как-нибудь поправить, а? Точно не помню, но... Короче, нам надо обратно возвращаться. Сюда дошли мы. Реально психи, ребятки. Быстренько с вами пройдем. Тут что такое? Мгла, оцепенение. Так, тут у нас ничего нету. Так, тут мы можем на крышу попасть. Если мы не умрем, конечно, от падения, при падении. Так. Далее мы тут, видимо, можем сократить путь. Так, мне просто надо сходить и отголоски себе купить.
наша NPC-шница стоит. Так, вернемся в сон охотника, затаримся этими кровавиками, или как они там называются. И, в общем, пойдем эту босс. Эту боссиху мочить. Я не знаю, если по возможности, если будет такая возможность призвать других игроков, то я непременно это сделаю, чтобы вас не мучить. Так, а тут у нас что, есть что-нибудь вообще? Кровавиков случайно нету здесь? Шматье можно, блин, вообще продать эти шмотки. Вон те, которые у меня изначально были студентские. Так, купить предметы. 3 штуки. Так, продать предметы. Или не стоит продавать? Я точно не помню, блин. Так, а как? Продать. Вот же продать. Одинаковые вещи-то можно? Все, погнали мочить соборный округ. В общем, надо будет нажать на этот колокол, призвать на помощь и постараться мочить этих как ее там, босс. Да и вообще можно призвать других игроков, чтобы проходить, чтобы они помогли там. Ладно, я там ворота все пооткрывал, как мог, быстренько пробежался. В общем, что-то сложновато. Я вот выбрал вот этого персонажа, точно не помню. Ну, там вначале же мы настраивались с вами, там молодой, то ли там старый, а пожилой, там мы могли выбирать. Так, а где тут? Oh, hello there. Perfect timing. I must warn you not to go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. Henrik. An old hunter has gone mad, and he's my mark. Don't go near the tomb below Erden Chapel. I have business there first. Don't go near the tomb below Erden Chapel in the Cathedral Ward. I have business there first. Понятно, все с тобой ясно. Так, как же сделать? Как призвать на помощь? Блин, что это такое? Была это охотник. Так, в общем, нам надо босса замочить с вами. И, в общем, ту NPC-шницу, которую я вызвал нечаянно. Короче.
короче, отшил, получается. Не то, что отшил, получается, а и мы, в общем, зашли сюда. Нас она замочила, вот этот вот босс. И, в общем, я решил призвать какого-либо игрока на помощь. И, в общем, зовущий колокол поставил. Ну, вернее, этот, активировал. И, в общем, жду помощника. И, в общем, ту часть видео я записал. Я его отредактировал, урезал и соединил. Вот, как только игрок другой появится, поможет мне замочить эту. Хотя я ее мочил один, просто я не хочу долго тут париться. Что-то. Так, посмотрим, у меня сеть. Ими может так что ли сделать? Глобальный, ну. Кто-нибудь помогите, плиз. Я же активировал. Так. Посмотрим. Инвентаре. В общем, этот колокол должен быть. Еще она так дышит, блин. Так. Призовите помощь. Ну я призвал и чё? Ну нету никого. Если я сейчас ту охотницу вызову, то это вообще нам обоим хана будет. Пока мы даже до отсюда. Опа, она есть. Ура, ура, ребятки. Итак, ребятки, всем привет. Еще раз. А до этого, в общем, я играл. В общем, дошли мы до этого босса там с NPC-шницей. И, в общем, нас замочили. И, в общем, я хочу сейчас... вот, призвал на помощь другого игрока. И пойду, в общем, мочить вот это чудовище. Я не знаю даже, как его назвать. Молодец, парнишка. Помощник хороший попался. Лишь бы мне не умереть. Блин. Есть, ладно, я последний удар нанес. Thank you very much. Ребятки, в общем, замочили мы босса. Это очень отлично, очень хорошо. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me. No. But you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave.
Итак, мы замочили с вами, ребятки. Сейчас я зажгу лампу и, в общем, начнем с вами со следующей серии проходить уже дальше, исследовать локации и проходить эту замечательную игру. Всем спасибо, всем приятного просмотра. Спасибо за ваши просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поддержите. Был бы вам очень сильно благодарен. Спасибо всем. Так, зажжем лампу. И пока, до скорой встречи, ребятки.